Не понял. Ничего не понимаю. Хочешь, почитаю тебе. Ну ладно. Все равно почитаю. Мы понимаем друг друга. О. Однажды после обеда мама сказала: «Ein Kokendrei Petuch». «Ого», сказал папа, «ты и по-иностранному умеешь?» А я ничего не сказал, потому что очень удивился. Я просто посмотрел на маму с восхищением. «Ein Kokendrei Petuch», гордо повторила мама. «А что это значит в переводе на русский?» – вежливо поинтересовался папа. «Не знаю», – говорит мама. «Немецкий я учила в детстве. Давно это было». «Научи нас говорить по-немецки», – попросил я. И мама научила. Она научила папу говорить «Ein Kokin», а меня «Drei Petuch». А потом к нам пришли гости. Когда мы сели за стол, папа спросил меня: «Ein Kokin?» «Drei Petuch», – гордо ответил я. Гости посмотрели на нас с удивлением, быстро поели и разошлись. Мама строго сказала нам: «Это не очень-то вежливо разговаривать между собой на иностранном языке в присутствии тех, кто этот язык не понимает». С тех пор мы с папой разговариваем по-немецки только между собой. «Ein Kokin?» – спрашивает папа. «Drei Petuch?» – отвечаю я. Мы с папой очень хорошо понимаем друг друга. Ну вот теперь я понял.